Друзья мои, всем привет! Постные котлеты бывают настолько вкусными, что их хочется готовить круглый год, а не только в пост. Этот рецепт как раз из этой серии. Нам понадобится 100 грамм овсяных хлопьев, 250 грамм свежих шампиньонов, 1 большая картофелина, 1 луковица, 2 небольших зубчика чеснока, соль и свежемолотый черный перец, а также понадобится масло для жарки. Овсяные хлопья заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем набухать на 15 минут. Сырой картофель натираем на мелкой терке. Мелко нарезаем наш лук и отправляем его к картофелю. И теперь мелко нарезаем чеснок. И также отправляем его в чашу для смешивания. Чистим и моем грибы и нарезаем их мелкими кубиками. Перекладываем грибы, нарезанные, в чашу для смешивания. Берем наши овсяные хлопья, по необходимости сливаем воду и добавляем ее к овощам. Теперь по вкусу солим и перчим. Все хорошенько перемешиваем. Руками формируем плоские котлетки. Если котлеты плохо держат форму, можно добавить немного пшеничной муки либо панировочных сухарей. Обжариваем наши котлеты с двух сторон на раскаленном растительном масле до золотистой корочки. Котлеты получаются очень ароматными, вкусными и полезными. Отличным дополнением к таким котлетам будет постный соус – грибной или томатный. Я желаю вам приятного аппетита, друзья! Подписывайтесь на мой канал и давайте готовить вместе быстро, вкусно и просто!